3 часа 20 минут назад я еще был в Ивано-Франковске. Таким образом, это весьма быстрый и очень недорогой маршрут из Ивано-Франковска на гору Маковица. Первая часть преодолевается на электричке приблизительно за 2 часа и всего лишь 12 гривен. А вторая часть преодолевается за 1,5 часа от станции Дора до горы Маковица. Как это делать, вы видели, следуя по маршруту, который я шел, вы сможете, я думаю, тоже это без труда сделать. На последнем этапе не забывайте смотреть на то, держитесь ли вы белых с желтым указателей. И обязательно возьмите с собой или лыжную палку, или просто какой-то деревянный прут, палку, которых здесь много достаточно, потому что с ними гораздо легче и безопаснее идти, особенно по снежку. Нужно пробовать путь, не находится ли впереди занесенная снегом ямка, а также нужно, точнее можно удобно очень отталкиваться на крутых скользких склонах. Это вообще здорово, экономить силы, так как нагрузка на то, чтобы продвигаться вперед, идет не только уже на ноги, но и на руки. Путешествуйте, как говорится, вместе с нами. До новых встреч на полезном канале.